С вами Дов, добрый день. Сегодня будем менять гнездо зарядки на 5-м айфоне. Снимаем два болта, которые держат экран. Можно так, можно с помощью присоски. Экран можно не снимать. Дальше три болтика, которые держат шлейф батарейки. Стараемся их не путать, потому что они разные. Потом снимаем непосредственно сам шлейф. То же самое, болты не путаем, они идут попарно. Так их отдельно складываем, чтобы не путались. Вот он сам шлейф, он состоит из микрофона, из гнезда, из наушников, из направляющей кнопки Home. Таким образом его снимаем, отсоединяем антенну, которая также входит в состав. Аккуратно отклеиваем направляющую кнопки Home, динамик. Антенна, вот она здесь. Старайтесь ее не забыть, потому что она маленькая, тонкая. И потом точно так же ее поставить, как вы ее сняли. Снимаем все это устройство в сборе. Вот так вот желательно. Так проще. Далее ставим новое. Вернемся назад, забыл поставить резиночку от микрофона. Ставим ее обязательно, потому что если мы ее забудем, то потом в микрофоне будет у человека, который вас слушает, будет слышно эхо, поэтому резинку обязательно ставим на место. Вставляем гнездо, оно должно защелкнуться. То есть это будет означать, что она встала на свое место, резинку. Дальше вот эту антенну, про которую я вам говорил, она ставится таким образом под низ первого пазуха микрофона, гнезда от микрофона, и дальше вот сюда вот. Будьте внимательны. Этот болтик сразу можете закрутить, чтобы антенна уже не поднималась. Вот таким образом шлейф. Заводим его за плату. Смотрите, вот так вот. Потому что он должен быть внизу, прилегать своим скотчем к корпусу самого айфона. Динамик
Таким образом мы вставляем вот этой вот выемкой вниз. Таким образом прижимаем. Как видите, не надо полностью разбирать iPhone 5, как все это обычно делают, достаточно разобрать саму деталь. Соединяем кабель антенны, не забываем. Дальше ставим болтики на свое место все. Антенна, второй конец антенны, которая прикручивается своим болтом отдельным, вот этим вот. Все. Направляющая кнопки Home. Это она у нас отскакивает, потому что скотч уже потерял свои свойства прилипать. Можем сразу попробовать, заряжается ли наш телефон, и потом продолжим сборку. Вставляем кабель. Видите, зарядка пошла. Все мы сделали правильно. Быстро. Ставим на место эти прижимные и защитные экраны. Обязательно. Повторюсь, здесь три разных болтика. При разборке вы это увидите в камеру. Это будет показывать не очень удобно, потому что они очень маленькие. Старайтесь их не путать. Все, наш 5 iPhone можно заряжать. Ставьте пальцы вверх. Пишите, кому интересно. Подписывайтесь на мой канал, на мою страницу. Ставим последние болты. Все, наш iPhone готов. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч.